Приветствую вас, дорогие зрители. Сегодня будем смотреть матч Героев Меча и Магии 5 на версии Клинок Армагеддона. Режим у нас будет тактика, это битвы 3 на 3. Давайте приступать. Так, слева у нас будет играть Лукреция, эксперт по вампирам, Александр, который перетренировал всех латников в адептов, и Нимус, эксперт по призыву демонов. Справа у нас играет Иранна, Гаруна и Чарна. Чарна у нас эксперт по священному молоту. Да, вот такой вот некромант, который, кидая магию свету, еще кидает карающий удар, жажду крови. Давайте начинать. Арена у нас рандомная. Ждем, пока соперник определится, кем он будет играть. Он выбирает все-таки орка. Лукреция у нас имеет магию тьмы экспертную и плащ Сандра. Поэтому она все равно будет доставлять неудобства этой героине, Гаруне. Как мы видим, у нее в клинке Армагеддона немного другой скин, нестандартный. Дадим время орку определиться, где будет ставить армию. Довольно удобные грибочки, как вы заметили. Так, вся шкала за ордой. Страшные палачи, очень неприятные паукаи, которые бьют молнией. Дочки тоже мощные, дочки решают бафать кентавров. Тут важно заметить, что из-за того, что грибочки так знатно прикрывают меня, большие существа туда не влезут, ни паукаи, ни циклопы. Придется орку воевать маленькими существами. У него их достаточно много, врезается 36 вампиров, не очень много, Лукреция у нас эксперт по вампирам, их еще 1744, орка режет Лукреции колдовство, также у орка, у Гаруны экспертное приглушение тьмы, поэтому Лукреция значительно хуже будет отыгрывать в этом матче против конкретно Гаруны. Проверяются бафы пассивные, которые висят. Так, ну и вампиры будут бить, конечно же, там урон очень сочный. Будут уничтожать. Все, вампиры отрегенили, все. Полностью. Попытка снять бафы, которых нету. Да, молодцы, рыцари смерти. Здесь это, конечно, промах, кидать на существо, лучше кидать на героя от гоблинов, порчу магии. Дочери земли побежали вперед, правильно, тут рассеянность пошла на кентов, пускай немного приглушенная. Циклопы побегут вперед явно, что им там делать. И сейчас ход Лукреции. О, это великолепная тьма. Первым делом, конечно же, подчинение, но на кого? На палачей. Да, хороший выбор. Скелеты там будут держать коробку против кентавров. Там все будут держать коробку, кроме вампиров и рыцарей смерти. Можно было бы зомбями заблокировать, да, палачей. Но так как они в подчинении, то это делать не обязательно. Довольно неплохо здесь режется скорость. У Лукреции полусет, поэтому единичку скорости она срезает. Неприятно, вампиры отлетают, но они вампирятся обратно. Тавтология. Мощный стек, конечно, вампиров у Лукреции. Но и его можно вырезать. Практически все в этих матчах можно проконтролировать. Тем более, когда три героя играют, это вообще удобно. Интересные матчи получаются, когда 3 на 3. Намного более зрелищные, чем дуэли. И намного более интересные. Драконы начали вешать немощь, она ослабленная. Она на общем уровне, то есть это второй уровень магии из четырех доступных. Отлично ударили на прямой стреле.
Вампиризм. Вампиризм нет. Вампиризма не будет. Но будет ослепление на кого? На кого же будет ослепление? На циклопов. Циклопы ослеплены. Теперь они не опасны на протяжении двух с лишним ходов. Придется орку воевать. Кем он будет воевать? Ну, гоблинами, кентаврами, немножко вармонгерами. Бить вармонгеров, конечно, не стоит. Опа, минус 300. Неприятно. Так, кого будут бить палачи? Да, будут бить дочерей земли. Единственный стек, который не убежит. Вампир добивал бы паука, но не отбьет дочек. Паука и потом еще на трупах могут отъесться. Это опасно тоже. Особенно, когда армии такие большие. Они тогда съедают довольно много. Проглоты. Так, ну Гарона варвар. Причем варвар такой необычный. В клинке Армагеддона варвары были переименованы в вождей, потому что у них кличи есть. Кличи. А варвары — это альтернативный класс. И у варваров есть только метки. У варваров нету ни магии, ни кличей, только метки. Надзор, подмога, метка проклятого, воодушевление. Да, орк уходит, потому что вампиры не пробиваются. Вампиры все вампирят. И орк не сможет победить. Поэтому выбирается другой герой. Иранна, наверное. Как мы видим, у нее красные волосы, красный ящер. Такая вся в красном. Соответствует своей иконке. Так, ну, скорее всего, будет расстановка стрелков вниз к тележке, потому что у темницы много стрелков. Нет, все-таки они наверх ушли. Странный выбор, но да ладно, это выбор соперника. Прожигаются вампиры. Ох, ну вампирец хорошо. Хорошо, вампир. Минус 400, кошмар. Минус 3, ну минус 3 не страшный. Наездники моралились, и они вот сейчас снова походят. Иранна у нас с альтернативным центр-перком. Называется он Повелитель Теней, и он дает x2 инициативу всей армии чернокнижника, либо лорда. В темнице два класса, это лорд и чернокнижник. Иранна у нас боевик, поэтому она лорд. У нее больше статы падают нападение, защиту. Ну и колдовство тоже не обделена она колдовством. Тем не менее, минус 83. Все, рыцари смерти не снимут никакие бафы, к сожалению. Печально. Вампиры сыпятся. Их было 1720, их уже 848. Это половина стека. Казалось бы, имба, которая вырезала всю орду. И вырезала бы всю орду. Но, к сожалению, как мы видим, здесь они даже не успевают походить, а уже теряют половину своей численности. Только драконам они ответили. Еще минус 167. Осталась треть стека. Ну, почти треть. Минотавры не добежали. Травить тут некого. Так что просто будет стрелять ассасин в кого-нибудь. Минус костяные воители. Понятно. Да, идет фокус по наездникам. Минус 40. Ох, как больно. Идет фокус по наездникам, потому что они будут прошибать все. Если они побегают, они игнорируют защиту, и они сметут любой заслон. Ну, разве что может промахнуться по вестникам смерти. Идет удар. Ох, с удачей половина стака отлетела. Оглушения, к сожалению, не было, но и так пойдет. Вампиры пытаются пожить. Подчинение на кого? У Ирана мощный стек, кстати, Мегер, потому что у них бонус идет от нее. Но подчиняются все-таки мантикоры. Мантикоры — это Т6 существо, а также они должны были близко походить, что тоже удобно. 59 драконов — все еще большая сила. Кого они будут атаковать, вампиров или... Ага, драконов. Ну, призрачные драконы почти закончились. Их было 144, кажется.
Ох ты, минус 592 и ослепление. Да, и рана, конечно, взгрустнула. Подружки сбежали с поля боя. Куда-то вот туда, в пропасть, глубоко-глубоко. Да, неплохо отрабатывает навык. Заметили, что промахов не было вообще. Минус 36. Призрачные драконы, к сожалению, все. Больше не участвуют. Поднимать их бесполезно. Попытка снять чары подчинения остается. Ну, в принципе, это было бы очень неприятно, если бы все-таки подчинение снялось. У Ираны нету света, поэтому у нее, по идее, снятие чар 40%, шанс 40%. Поэтому это не так много, и, как мы видим, все-таки не получилось. Так, мантикоры вырезают владычиц. Владычицы в клинке Армагеддона — это Т3 существа. Вестники смерти пали. Мантикоры — это Т6, а Минотавры — это Т5. Тир 5. Как в Героях 3. Но что-то Некр очень быстро падает. Остаются личи, зомби чуть-чуть и вампиры, мейнстек. Но мейнстек тоже довольно маленький остался. Их было 1720. Иранна, лорд наш, разобрала вампиров. Еще минус 58, плюс 44. Ладно, живем пока. Минус 39, минус 39. Ах, неприятно. Так, что еще сделает Лукреция полезного для своей армии? Кидает ускорение для всех. Всего осталось 3 стека. Как мы видим, по шкале это сильно не помогло. Инстива у Лиги с центр перком Повелитель Теней слишком большая. Там у некоторых, у Мегер, допустим, должна быть вообще 28 ини. Минотавры дорежут вампиров все-таки. Ох ты, с удачей. 35 вампиров, 15 вампиров из 1720 имеющихся в наличии. Еще одна попытка снять подчинение с мантикоры, к сожалению, заканчивается неудачей. Удар по драконам, да, хороший. Минус 15. Ослепление на минотавров. Еще мегеры. Как мы видим, по шкале мегеры будут ходить много. Тут дорезаются ассасины. И бьет мегера. Минус 18. Прилично. Считаю, что их всего 80. Еще минус 19. Личи прям тают на глазах. Минус 20. Решаюсь сменить героя. Оставить Лукрецию немного пожить, а на тьмушник она потом сможет отыграть на чем-нибудь. Допустим, на ослеплениях всяких. Так, подтверждаю выбор. Смена героя. И Александр со своими адептами мощными. Он перетренировал всех, кого мог, в адептов. У него сет лучника, поэтому когда они стреляют, они мощны. Очень мощны. Так, Иранна будет. У Ирана, кстати, есть искусная тьма, поэтому она может знатную подставу устроить, и она это делает. Подчинение на адептов минус 100, минус 113. Вот и начал сыпаться стек адептов. Два стека. Мантикоры будут стоять. Мантикоры в подчинении. Мы можем уже ставить на них крест. Попытка снять подчинение — неудачная попытка. Добиваются минотавры. Нет, не добиваются. Добиваются минотавры. И выстрел идет туда, подальше. Никто своих адептов бить, конечно же, не будет. Снятие чар. Удачная, естественно, экспертная магия света у Александра, поэтому там 100% шанс. Идет смена героя. Точнее, даже правильнее сказать, просто Иранна выбывает. Она потеряла всю свою армию. Остается два героя. Это Гаруна, орк. Гаруни теперь уже Лукреция не страшна. Лукреция потеряла всю свою армию, по сути дела. Там осталось немножко личей. Это уже несерьезно. Поэтому орк все равно сможет ее вырезать. Выбирается все-таки Чарна. Чарна у нас рыцарь смерти. Это альтернативный класс. Этот класс имеет более
большой шанс дропа статов нападение и защиту, как у рыцаря, 35-35-15-15%. Руна энергии на чумных зомбях, они побегут бить, да, минус 200 лендов, минус 100 с лишним зомбей. Личи будут стрелять, скорее всего, в адептов центрального, верхнего. Имело бы смысл, там бы и палатка померла, и лендлордов отъехала, и тележка нет, идет дебаф на адептов. Тоже полезно. Куда же бить? Удар. Надо бы банши резать их 3700, всю темную энергию за год. А это 37680 темной энергии. Чарна вложила в банши. Банши в клинке Армагеддона это Т3 существа. Но мощные. У них нету обилок, которые были, допустим, у призраков и привидений. То есть у них нет возможности вампириться за счет маны. Они не могут вырывать снаряды. У них меньше скорость, у них меньше инициатива. Но у них есть удар по кругу. Поэтому это просто настоящая смерть с косой, которая бьет вокруг себя и вырезает все на своем пути. Учитывая специфику чарны, которая дает ускор и бонусом жажду крови, это очень опасные существа. Так, ну вампиров осталось мало, они ничего сильно не сделают, у них штраф, там штормовой ветер у Александра, поэтому у них скорость маленькая, наверное, 4 единицы, сейчас так не вспомню. Чарна очень удобный герой, у нее две ветки света, ой, прошу прощения, ветка света и ветка тьмы. Ей пришлось пожертвовать за это веткой нападения, но, как вы видите, фулл бафы, дебафы, они свое отыграют. Это очень полезно, даже без нападения чарна одна из самых сильных. Попытка снять чары не удалось, к сожалению. Что же будет делать нежить в таком случае? У нее есть возможность пробивать лечами, антимагия пошла, чтобы рассеянность убрать. Ну, хоть один будет стрелять, да. Но он лишился всех бафов. Нету каменной кожи, нету уклонения, нету ускорения, жажды крови. Все довольно грустно под антимагией. Но хоть рассеянности и подчинения не будет. Два каскелетов оглушают. Минус 37. Рыцарь Изабель, воскрешение. Куда? Здесь чуть меньше, но это стрелки, это полезнее. Так, ну рыцари ужаса могли бы... Ага, руна берсеркерства. Минус 11, минус 11. Еще вешается ослабление. Неприятные уроны. И что будет делать чарна? Чарна делает телепорт, жажда крови падает. Удар! Ох, какой же это удар! Просто кошмар. 34 архангела. 2К... лендлордов, 142 адепта, 240 адептов там, где лежала антимагия, там не было каменной кожи. Это просто аннигиляция какая-то. Уничтожение адептов, уничтожение архангелов. Адепты пытаются убежать от этой смерти с косой. К сожалению, это не удастся, скорость у них сейчас одинаковая. Полусет нежити есть у обоих, поэтому дебаф идет у каждого, на каждого. Арбалетчики с рассеянностью ничего сделать не могут. Идет фокус на рыцарей смерти. Но какой же был страшный удар от банши. Их очень много, 3700, но это тир 3. Сложный противник, чарно, конечно. Так, архангелы пытаются закрыть адептов собою. Своей тушкой. Александр будет накладывать антимагию на второго адепта, который потолще. Есть надежды пострелять, но не очень сильно. Минус 33 архангела. Погибает тележечка, погибает палатка. И чарна снова ходит. Чарна у нас давала маскасты, поэтому ее отбрасывают в 0.5 по шкале. И она часто ходит из-за этого.
Вообще, конечно, в этом режиме на таких годах прокачки, один год прокачки, идет 40-е уровни, масса артефакты, и у существ большая очень стила по сравнению с героями. У большинства она выше 10, а то и под 15 идет, у некоторых и под 20, да, масса ускорения, масса жажда крови, армия нежити теперь быстрая, инстинктивная и очень мощная. На 60% повысился у нее урон. Драконы могут дебафить, драконы полетели вперед, но у них тоже штрафы большие. Минус рыцари ужаса. 3-4 смешные уроны. По скелетам там хоть какой-то урон, но и теряется рыцари забыли очень много. Двадцатка с хвостиком. Так, арбалетчики опять-таки у нас, к сожалению, стрелять не могут, а жаль. На точном выстреле отыграли бы. Урон смешной, совсем грустный. Попытка ударить все-таки неудачная, промах. Есть небольшая надежда на срабатывание пассивной обилки у адептов, очищение. Так, Чарна, что будет давать Чарна еще? Она уже много чего дала. Очень много бафов, да, вот мы видим там. И каменка, и ускорение, и жажда крови, и уклонение. Ну, почти все, что можно было дать. Ага, Чарна дает призыв смерти. Понижает всем боевой дух значительно. У нее есть центр перк, если я не ошибаюсь, если правильно помню. Минус 367 грифонов. Грифоны все. Они еще что-то нанесут, но это будут уже капли. Они не помогут победе. Минус 300 арбалетов. Уже на месте, как мы видим, очень печальная. Всего 219. Все дело в том, что банши вырезали мощные стейки. Киллстрики копятся не на количестве урона или убитого ХП, а на сумме убитых существ. Поэтому у скелетов сейчас даже более мощная божественная месть. Если я правильно видел там цифры. Но у них ХП меньше. Минус 237, попадание 3300. Банша было 3700. Боюсь, это все равно не зарешает. Минус 671, всего, арбалетчики так. Я бы сказал, это предмет интерьера данной арены. Ничего они уже не сделают. Идет антимагия на банша, чтобы в нее божественная месть не летела. Сейчас банши будут просто все разрывать, добивать армию. 105 адептов, 88 грифонов. 51 адепт. Ну, как мы видим, все очень печально. У Лукреции осталось немножко личей. Немножко. У Александра осталось. А, ну у Александра еще внизу 275 адептов. Ну, тоже это не зарешает, к сожалению. Итого у нас остается еще Нимус. А у соперника погибшая Ирана, Гаруна, ну и Чарна. Чарна, конечно, на коне. Во все оружие. Ставится кристалл. Попытка заблокировать адепту побег. Ну, он дезморалится, там очень мощный. Минус 250, как больно. Там очень мощный дебаф от призыва смерти. Минус 6 или минус 7 боевого духа уходит, по-моему. Драконы ставятся на клетки вот те, чтобы при расстановке Нимусом дракон эти клетки занимал. Это интересная специфика карты. Точнее, не карты, а режима тактики, что да, можно занять клетки, и тогда врагу придется новую армию расставлять там, где свободно. Соперник это знает, соперник этим пользуется, старается все прикрыть. Остается 19 адептов, которых он рассчитывает убить как-нибудь с руки. Банши он оттуда убирать не хочет, и правильно. Банши будут бить по кругу, то есть вот те 6 клеток, там, где они стоят, и вокруг них, туда ставить армию просто опасно. Это, можно сказать, самоубийство армии. Еще минус 4. Александр вырезает
еще 400 скелетов, пользуется моментом, пока соперник не хочет добивать его чем-нибудь. Все-таки решается соперник добивать, не нравится ему терять по 400 скелетов. И на сцену выходит Нимус. Надо Нимусу как-то прятать войска, надо ставить их ближе к скелетам, к драконам. Все ради того, чтобы банши рядом не стояли. Идет нажатие на Лукрецию и мисклик, подтверждение выбора Лукреции. На самом-то деле, очень иронично, но возможно именно это действие, этот мисклик, поможет немного продержаться больше, дольше. По сравнению с тем, что могло бы быть. Банши бы сейчас разрезала и все, всю армию, которая рядом с ней появилась бы. А лечи довольно далеко. Также не забываем, что у Лукреции есть плащ Сандра, поэтому нежить для Лукреции. Это довольно тоже выгодный вариант. Ну, естественно, банши висит. Антимагия, да, идет подчин на драконов. Драконы сейчас будут убивать скелетов. Нет, не будут. Антимагия на драконов. Драконы теряют 4 бафа, что тоже полезно. Банши занимают там площадку 7-8. На драконов уже урон получше стал, потому что там ушли все бафы благодаря антимагии. Минус 8 драконов. Драконы не могут полететь. Они могут полететь, но они не долетят до личей. Сверху там всего одна клетка, а драконы летят на 4 клетки, поэтому они максимум могли под грибочки встать. Учитывая, что всего 142 лича, соперник не хочет тратить на них время, он хочет держать клетки расстановки, как мы видели. Нимусу пришлось ставить армию туда, где свободно, и это было очень неудобно. Крайне неудобно, я бы так сказал. Там как ни поставь, все равно страдаешь. Ни коробки не сделать, ни спрятаться от баншей. Божественная месть, минус 42 лича. Очень неприятно, но тут мы видим на драконах очень приятный урон. 11 драконов погибло. Скелетов, конечно, тоже было бы неплохо бить, но скелетов уже не так много по сравнению с тем, сколько было. В принципе, у чарных всего 2к с хвостиком. Обычный такой. Я бы сказал, прирост. Ну да, обычный прирост. В скелетов вкладывался Лорд Харт. Он всю темную энергию вложил в скелетов, поэтому у Лорда Харта скелетов 14 тысяч. Но это тоже очень мощный стек, но не имба, как показала практика сражений. Ставится кристалл, попытка чуть-чуть замедлить баншу. Банше придется идти не прямо, а в сторону, а это уже считается не один ход, а два. Да, вот такие вот интересные, рассказываю вам истории, что ход, ну не прямо и не влево, допустим, а крестом съедает 2 единицы хода. Опять занимается угол. Теперь антимагия висит вообще на всех стеках. Личам сейчас не поздоровится. Еще один кристалл. Попытка закрыть там вот в уголке вестников смерти, чтобы они разрекались с кристаллами. Кристалл розовенький, вестники смерти розовенькие. Им там должно быть хорошо вместе. Драконы оборона. Не хочет двигать их соперник. Еще немножко всаживаем урона. Нет, отбегаем. Попытка убежать. Попытка будет неудачная, в принципе. Скорость у лича и у скелета на данный момент 3. Из-за дебафа на минус 1. Лукреция думает, надеется пережить немного. Но, как мы видели, там божественная месть имеется. Поэтому от личей ничего не останется. Да, еще одна божественная месть. Минус 44. Все, что может лич, это треснуть еще один раз по скелетам. Минус 14. Банши ждут. Драконы ждут. Лукреции делать нечего. У нее вроде столько магии, масс-бафы, тьма. Но ничего она не может делать.
Она ставит кристалл в попытке закрыть ведьму Банши. Баншу. Попытка благородная. Скоро придет время играть Нимусу. И как мы видим, уже небольшой заборчик для его армии подготовлен. С тех времен, когда расставлялся Нимус, прошло уже много ходов. И как мы видим, расстановка поменялась. Сейчас она уже более выгодная для Нимуса. Вестники, о, Банши, прошу прощения, закрыты пока что. Временно. И у повелителя демонов, у Нимуса, будет время немножко разбежаться от этой смерти с косой. Вот уж действительно подходящий для нее скин. Ну, Банши, естественно, такое терпеть не будет. Она ломает все три кристалла. Архидьяволам нужно бежать, потому что это смерть. Потому что против нее не поиграешь. Добиваются скелеты. Съедаются драконы. Драконы не страшны, страшны именно Банши. Вся эта армия может рассыпаться просто за один удар. К сожалению, для соперника на Банши сейчас висит антимагия, поэтому он не может телепортировать их вот туда внутрь, в коробочку. Иначе повторилась судьба Александра, когда Банши резанули просто по четырем на колоссальные уроны. Гейтятся демоны. У Нимуса есть скорый каменка из ветки нападения и защиты. Нимус ставит... Нет, не ставит. Что-то хочет сделать Нимус такое полезное. Плащ Сандры отсутствует у Нимуса, поэтому нежить ему не победить таким путем. Думает, что же делать, снять очар нельзя применить, там, антимагия. Что же полезного можно сделать в такой ситуации? Кристалл заблокирует, но ненадолго. Угу, вампиризм. Вампиризм вешается на архидьяволов. Архидьяволы в пятерке несколько не дотягивали до своих архетипов. Архидьяволов из третьих героев, которые могли атаковать без ответа. Поэтому архидьяволы в пятых героях получили такую возможность. Они атакуют без ответа. С условием вампиризма это вообще удобно. Так, Банши следуют коробки. Они не умеют летать. Именно этот крейт теперь не умеет летать. От них нужно просто убегать. Как сражаться с врагом, который в разы сильнее тебя? Что же делать с ним? Идут гейты, тут искусительниц никак не спасти от Банши, они, даже если бы они отбежали чуть-чуть, ага, антимагия закончилась, пошел вампиризм на Банши, которых 3200, это очень прискорбно. Ну да, вот искусительницы, если даже отбегут, то это никак не поможет, они идут нападать. Банши восстановились полностью, 3762, вампиризм идет еще и на гейт. Теперь два архидьявола с вампиризмом. Минус собаки. Сильно подрезанные рогатые демоны. Это еще, по-моему, оригинальный стек, да. Это не гейты. Из живых еще есть кони, архидьяволы и ефриты. А, ну и дьяволята еще есть. Есть еще дьяволята. У Чарны две ветки, поэтому Чарна может демонов контрить тьмой. Себя бафать, врагов дебафать, подчинять, ослеплять, кидать рассеянность и все остальное. Ага, идет призыв смерти. Тоже хорошо. Сумон пещерок. Попадание даже. Но на них вампиризм это все будет бесполезно. Удар плюс 23, кажется. Как-то слабовато даже, я бы сказал. Массу скор. 94 призывают еще. Пещерок. 108 вылезло, неплохо.
Что же делать демону в такой ситуации? Все очень печально. Эти банши не дают возможности вообще что-то сделать с собой. Контрить их тьмой не получится, потому что нету плаща Сандра. Антимагия с них спала, поэтому Чарна теперь может их телепортировать. На них еще вампиризм висит. Все очень страшно. Попробуй еще расставить армию так, чтобы они не стояли в районе 3 клеток. Оказывается, это очень сложно на поле боя. Как ни поставь телепорт, если будет, то сразу урон по двум пойдет, а то и по трем. Приходится разбегаться демону. Откачка маны пошла. Все, у Чарны нету маны. По крайней мере, теперь не будет телепортов, хоть что-то. Вот как мы видим, куда ни поставь, все равно очень опасно стоит, но благо теперь хоть телепорта не будет. Архидьяволы выжидают, гейты выжидают их тоже. У них атака без ответа, им нужно ждать удобной позиции на шкале, чтобы они походили хотя бы, условно так сказать, дважды до хода банши. Но ирония в том, что у банши инстива в принципе такая же, как у архидьяволов, поэтому это не получится сделать. Хотя был ускор, по-моему. Да, был ускор. Ага. Снятие чар. Вампиризм развеян. Теперь уже пободаться получится получше. Но все равно еще страшно. 3700 банши. 3762 это стартовая армия. По сути дела, банши нисколько не потеряли в своем составе. Демоны продолжают прятаться. Что же делать с этим стеком смерти? А вас пугает эта коса? Меня лично да, очень сильно. Не знаешь, куда от нее деться. Поле кажется таким большим, но на самом-то деле, как мы видим, буквально 4 клетки пройти баншам, и все, и смерть настигает новый стек. Ага, два гейта потеряны сразу. У них еще была мана, они могли кидать. Еще минус 124 коней. У них была мана, они могли кидать разрушающий луч, ослабить баншей, у которых довольно много защиты. Промах. Попадание, минус 400. Уже неплохо. Телепорт архидьяволов оригинальных, их жалко. Надо же кого-то беречь. Кони не будут воевать, кони настоящие. Идет гейт, дьяволят. Так, рогатым демонам лучше не суваться на самом-то деле. Скоро походят банши, лучше к ним не телепортироваться. Идет ожидание. Это тоже гейты, но их тоже жалко. Бедные архидьяволы вас подставили под врага. Будет ли бить их банша? Нет, она пошла бить ифритов, султанов ифритов. Вот у нас есть гейчины и султаны ифрита, они тоже не бьют, боятся ответки. Минус 482. Потихоньку начинает таять стек баншей. Их было 3700, уже 2400. Чарна без маны, вся имбовость чарна, это конечно же большой набор заклинаний, ну и стек баншей. Заклинания у Чарны были изъяты. Теперь она уже послабее. Тянуть ману неоткуда, дьяволятам. Мейнстейки прячутся от баншей. Ответ да, это значит смерть для вот всех тех, кто стоит там, поэтому бить, конечно же, не будем. Опять спасаются архидьяволы из-под удара. А для выхода в центр перку Нимуса нужен навык внезапной атаки. То есть демон, телепортируя существ, ускоряет их на 0,6 по шкале. Так, на пещерке могут дать шарик, но он слабенький, лучше давать, да. Разрушающий луч, он хотя бы поможет против баншей.
В принципе, они уже не настолько страшные. 2К это все еще очень много. Но не 3700, как было. Сколько они вырежут, интересно теперь. Ифриты Султаны имеют огненный щит, они 20% урона возвращают. Это довольно неплохо. Минус 57. Но уже архидьяволы сыпятся, не так страшно. Кажется, там 20 отъехало. Или 18, что такое. Минус 383 еще. Хорошо, бить страшно, ответка есть, а значит треснет по трем. Неприятно будет для демона. Особенно если учитывать, что это настоящие ифриты, промах. К сожалению, промах на настоящих архидьяволах. Чарна может только бить, в принципе. Ты уже не опасный герой. Она теперь для украшения здесь стоит. Ифриты летают довольно слабенько. Не потому что они медленные, а потому что они задебафаны также. Так у них скорость, по-моему, 7. Архидьяволам рано ходить. Сейчас банши походят их еще. 1700, много. От ифритов осталось всего 9 штук, к сожалению. Попадание минус 450. Ох, как хорошо. Вот уже банши осталось 1200. Смертельный, опасный, ужасный стек, который вырезал двух героев, по сути дела. Ладно, полтора. Будем честны. Не двух, но полтора героя. И демон, в принципе, тоже мог отлететь, но зарешали, конечно же, дьяволята, которые выкачали ману. Сейчас уже банши не такие страшные. Кажется, что победа уже может быть за демоном по сравнению с тем, что было в начале. Будет ли попадание? Будет ли бить гейт? Нет, гейт не будет бить, потому что там ответка будет. И ответка точно попадет. Архидьяволы бьют, попадают, минус 400. Банши остается 758. И промах. Да. Не так все просто. Тут тоже ответка будет, поэтому бить нежелательно. Кони будут нападать. Да они должны, по идее. Куда им? Нет, вейтиться. Но все правильно. Опасно. Сейчас они как треснут, их уже поменьше, но все равно опасно. Там еще орк впереди. Почти что живой. Удар. Ох ты, минус 723 с удачи, промах. Промах и Нимус будет массу скоро давать. Понятно. Обновил. Так, 63. Дьявола, все, погибает все-таки. Банша. 3762 банши. Было все-таки задоминировано. На вот этих всех трюках, которые были осуществлены, тактические приемы. Так, надо добивать тут, наверное, паукаев, хоть их и мало. С палачей слетело подчинение, которое кидало в свое время Лукреция. Лукреция после этого подчинения кидала и на других существ, поэтому оно слетело. Теперь Лукреции уже нету, придется Нимусу этим заниматься. Гароны статы довольно высокие. Она все-таки варвар, у них 50% шанс дропа именно в нападение, 50 в защиту. Минус 1200 дьяволят, полка съели 35 трупов, их становится больше. Еще минус 12 дьяволят, 16. Демон, надо что-то делать с этим всем. Сейчас будут ходить гоблины и палачи. Палачи подчиняются. У варвара глушка тьмы есть, конечно, но Нимус мощнее по колдовству, по-моему, чем Лукреция. У него артефакты немного иные. Минус 8, плюс 24. У архидьявола на вампиризме, конечно, будут хорошо подымать.
Так, тут нет ответа, поэтому удар следует. И палачи будут добивать паукаев, которые могут отъесться на этой армии трупов полностью. Как мы видим, трупы не исчезают у героев, которые проиграли. Более того, можно и повоскрешать, и поднимать мертвых. Тех, которые упали, допустим, у Лукреции или у Александра. Интересная фича. Ну и также можно и скушать. Можно выкачать ману из трупа демону, если это нужно будет. С учетом того, что там очень много их, дар дьяволят нету. Но это уже какая-то ненависть у соперника к дьяволятам за то, что они облапошили Чарну. Плюс 8. Все это последние герои, что слева, что справа. Орку, конечно, нужно делать что-то с архидьяволами, которые на вампиризме. Там еще мощный стек палачей, но они, как мы видим, играют не за орка. И мощный стек циклопов. Кентов еще довольно много. Если демон все сделает правильно, то он может победить. Соблазнение еще имеется. На кого пойдет соблазнение? На гоблинов. Все, гоблинам понравилась искусительница. Теперь они будут играть за нее, помогать. Циклопы там ожидают в конце шкалы, когда же придет их час, настанет время. Придется еще им подождать немного, лет так 13. Неплохо набитые очки ярости у Орды. Они там стартуют с абсолютной яростью. У них дополнительные 500 очков ярости были со старту. Руна экзорцизма, выстрел, минус 24 архидьявола. Вот это уже неприятно. Сразу же идет фокус по кентаврам. И ослепление выбирается также на кентавров. Все, теперь они снова не страшны. Можно как-то против них сражаться. Игнорировать, допустим, их. Урон довольно приятный, атакуются вармонгеры, потому что атака без ответа. Добиваются дочери земли. Дар по гоблинам. И будут резаться палачи. Ну да, палачей еще много. Пока у них подчинение, надо их бить. Урон 2-3 на циклопах. Циклопы все еще мощны. Их придется как-то подчинять, бить, неизвестно, что с ними делать. Бьются палачи. Еще удар. Гаруна плачет тихо в сторонке, расстроенная по поводу того, что ее палачи предали. Добиваются гоблины, и еще есть чем удивить у Нимуса, да? Что он может такого сделать? Вампиризм еще один повесить. Да, вампиризм идет на коней. И вот в армии демонов, по сути дела, все живые демоны оказались нежитью. Иронично. Остальные гейты, да даже гейты некоторые такие, как архидьяволы, стали вампирами. Так, с циклопов спало ослепление. Теперь циклопы могут мстить запавших товарищей. Ломается тележка уже просто так, видимо. Во всех сражениях вечно страдают невинные тележки. Ну, все, архидьяволы уже на вампиризме перебьют армию, потому что минус 6 и обратно возвращают еще 6. К сожалению, орк не победит уже. Такое вот получилось сражение. Очень здоровское, мне понравилось. Прям вообще начало было интересное. А варвар очень сильно проигрывал, проседал против Лукреции, но потом пришла Ирана и разорвала просто Лукрецию. Потом вышел Александр и наказал немного Иранну. Благодаря тому, что еще подчинение висело. Ну, два, да, вот три стека осталось. Вот такой вот бой у нас получился. После того, как Александр покарал Иранну, вышла Чарна и покарала Александра, добила еще и Лукрецию, и
заставила понервничать также и Нимуса, которому пришлось танцевать с бубном вокруг этих банши просто пол боя. Вот такой вот получился матч. Надеюсь, вам он понравился. Пишите в комментариях, где какие были недочеты, ошибки или интересные моменты, которые вам понравились. Лично я тут вижу как минимум три очень классных момента, но я вам не скажу какие. Вы уже их видели. Решите за меня эту загадку. На этом сегодня все. Спасибо за внимание и до новых и скорых встреч.